Утром я приехала в 5 часов на ЖД, и я написала пост в Фейсбуке, и сразу написала, что, наверное, отменят, потому что из-за общества, наверное, там же видно, все приду-приду, все пишут. Вот они все почти пришли, эти люди. Вот, посчитали, говорят, 200 человек. Очень полная улица. Не ожидала, да. Но ожидала я. Что-то вот так чувствовала, что все вот уже 12 доходило, уже Азата должны были. Вот-вот зашла помощница судьи и сказала, отменяется на 18-е. Я не видела Азата. Хотела бы увидеть. Подошла помощница судьи. Я говорю, можно хоть глазком, говорю, увижу я его. А они говорят, вы его не сможете. Он, ну, типа, он здесь, но он закрытый. К нему не пропустят. Устала, конечно, устала. Как говорится, все равно когда-то все это закончится. Главное, чтобы жив-здоров был. Вот это молю я. Очень много. Журналистов много, людей много, полиции много. Все окружили.